Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас видео топ-10 из каталога номер 8 компании Oriflame. Я всегда делаю закладочки и отмечаю самые интересные продукты, о которых я буду говорить с клиентами, записывать сторизы, рассказывать в чатах и в клиентском чате, конечно. Вот, делаю такие закладки, и, кстати, потом в каталогах, которые я раздаю клиентам, я тоже ставлю такие маленькие закладочки, якоречки, чтобы люди на них обратили внимание. Но не всегда 10, хотя бы 2-3 нужно куда-то прилепить. Опять же, я смотрю по людям, кому я даю каталог, я уже знаю, что, например, эта девушка, она только всегда смотрит декоративную косметику, поэтому я акценты поставлю, какие-то акции интересные с косметикой. Например, другая девушка любит уход за телом, значит, я для нее подберу что-то по уходу за телом, чтобы она конкретно сразу вот так вот нажала на закладочку и открыла нужную страничку. Итак, поехали. Первая закладка. Я не могла пройти мимо новинки. Серия Optimals уходовая для лица полностью изменилась. У нас будут новые серии, абсолютно новые продукты, и это так интересно и классно. Кстати, при покупке двух продуктов мицеллярная вода идет в подарок. Вот такая мицеллярная вода. Я раньше мицеллярной водой не пользовалась, мне она просто как бы, ну, и не особо не была нужна, но так как эту прислали на обзор и мне было интересно действительно, какой эффект дает мицеллярная вода. Она хорошо удаляет макияж, но, кстати, вот кроме моих стрелочек, их она очень трудно удаляет, а тени, тушь абсолютно спокойно справляется, растворяет всю косметику и на лице. И обязательно мицеллярную воду нужно смывать водой. Она идет в подарок при заказе двух продуктов, и у меня как раз есть еще два продукта, и полный обзор на эти продукты есть уже на канале, можете посмотреть внимательно. Это спрей для лица, который можно использовать вместо тоника и поверх макияжа, то есть такой многофункциональный спрей. Он содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, и я заметила, что когда я брызгаю на лицо этой вот водичкой, лицо выглядит свежее, более увлажненная кожа, сияющая. А второй продукт — это крем для век. Тоже я его уже использовала много раз, сразу как мне прислали, я начала им пользоваться. Обожаю, когда в кремах есть ролики, такой классный массажик идет и увлажнение, много крема не расходуется, то есть прям вот столько, сколько нужно, и я делаю много таких вот движений вокруг глаз, чтобы расслабить мышцы, чтобы ушел отек и ушли мимические морщины. Кремом я довольна, в общем-то даже могу сказать, что смело можете его рекомендовать всем, кому уже 35+. Так, следующая закладка у меня на страничке с шампунем и кондиционером против выпадения волос. Реально работающая серия, поэтому у меня уже столько людей попробовали эту продукцию, эту коллекцию, очень довольна. Я сама довольна. Сразу, когда начала пользоваться, я быстро увидела результат, что волос на расческе стало гораздо меньше. Вот прям сразу в два раза меньше. Потом я перешла на другую продукцию, мне прислали на обзор с Organic Zone продукцию, я заказала тоже шампуни и маски попробовать, и как раз серия тоже для роста волос и против выпадения волос, и тут же я заметила, что опять волос стало на расческе больше, хотя шампуни мне понравились из прошлой коллекции, да. Такая реклама в рекламе. И я вернулась с удовольствием снова к этой продукции, и сразу тот же эффект, я очень довольна. Расход малюсенький, потому что шампунь очень концентрированный, бальзам мне нравится очень-очень сильно, он, кстати, уже скоро закончится, поэтому продолжаю всем рекомендовать, вижу эффект у себя, у Миши тоже, поэтому смело рекомендуем. И аромат, какой у этой серии крутой аромат. Кстати, если вы действительно любите ухаживать и не ленитесь, то обязательно заказывайте и массажер, у него такие длинные щупальца, и он позволит сделать хороший массаж для кожи головы. А как вы знаете, массаж нам очень полезен. Так, переходим к следующей страничке, и здесь на этой странице солнцезащитная коллекция. Продолжаем активно рассказывать про средства защиты от солнца, потому что, ну, солнце, оно стоит на первом месте по факторам старения кожи, это уже все известно. Опять же, эти средства помогают защитить
от нежелательного воздействия ультрафильтров. Поэтому я всем рассказываю об этом. Знаете, я, наверное, скоро у меня язык уже устанет, но я сразу спрашиваю: в отпуск собираетесь? А как собираешься лето провести? А будешь ли ты загорать, бывать на солнце? И если мне говорят: да, конечно, как же нет, я говорю: как ты будешь защищаться от солнца? Покажи мне, чем ты пользуешься, или скажи, у тебя есть средства для защиты. То есть я на этом очень заостряю внимание, потому что я уверена, что нужно помогать людям, как бы, ну, открывать глаза на то, что защита от солнца очень важна. И вот у меня уже два средства готовы. Это для нас, для нашей семьи, солнцезащитный крем для тела и для лица. Обязательно пользуйтесь сами, защищайтесь от солнышка и в то же время загорайте, потому что загорать очень приятно. И, кстати, забыла показать, у меня еще есть такой спрей автозагар. Я, кстати, сегодня как раз им пользовалась. Ну, плохо видно, у меня длинные рукава, но все равно я все делаю, я даже немного лицо затрагиваю, шею, то есть я все полностью тело обрабатываю вот этим спреем автозагаром после активного тщательного купания. То есть нужно хорошо-хорошо отшелушить кожу, промокнуть полотенцем себя и наносить этот спрей и активно распределять. И вот он вообще не полосит, цвет становится такой красивый, бронзовый, нету ржаны, красноты, прям идеальный спрей. Я им пользуюсь уже много лет. Кстати, стараюсь поменьше загорать, потому что да и некогда, во-первых, и во-вторых, все-таки хочется сохранить свою кожу более молодой. Я наблюдала картину, когда у меня знакомая такая ярая любительница пляжа, солнца, и которая не любит мазаться какими-то кремами, потому что фу, они жирные, к ним прилипает песок и так далее. Вот, и я просто вижу, как кожа выглядит спустя несколько лет после активного загара. Она абсолютно уже не подлежит восстановлению, то есть настолько быстро пошел процесс старения. Вот. Дальше желтая закладочка — масло чайного дерева. Масло чайного дерева, обожаю этот продукт, особенно когда он идет со скидкой. Вот такой вот флакончик 10 миллилитров. Этого масла хватает очень надолго. И почему я на нем сейчас акцентирую внимание? Дело в том, что летом у нас больше вероятность, что нас укусит какой-то комар, насекомое, да, мы отцарапаемся, ушибемся, или и так далее, и так далее, да, и синячки и прочее. Так вот, масло чайного дерева — это прекрасный продукт, который помогает быстрому заживлению ран и дает отличный антибактериальный эффект. Поэтому у нас всегда есть этот продукт дома, пользуемся, например, какое-то воспаление, можно даже, если перхоть, то в шампунь добавлять, в крем добавлять. Все ранки, укусы, порезы моментально заживляет, и я это средство просто обожаю, всем рекомендую. Кстати, можете погуглить и посмотреть, сколько показаний, да, как можно применять этот продукт в быту, да, только внутрь нельзя, все наружные действия мы можем делать. Всего 199 рублей в этом каталоге, спокойненько всем рассказываем, с удовольствием. Следующая закладка — это тушь, которая, кстати, у меня сейчас на ресничках, но я сегодня немного красила. Она называется ангельская ласка. Ангельская ласка, представляете? Мне очень понравилось на картинке, что у этой туши нарисованы крылышки, как будто вот от нее отходят крылья. Что эта тушь делает? Ну, она на самом деле очень здорово удлиняет реснички. У меня есть уже отдельное видео на канале с этой тушью, посмотрите. Но помимо удлинения, мне понравилось, как мощно идет объем. Вот сейчас у меня всего два слоя. Кстати, ресницы очень эластичные, я всегда вот так проверяю, чтобы они были такие вот, ну, не шершавые, не ломкие. Но у нас такая тушь, мне кажется, вся очень хорошая по качеству. Она не осыпается, не отпечатывается. Я с этой тушью уже много дней, с момента получения заказа. Мне ее прислали как официальному обозревателю. У нее очень нестандартная кисточка. Кстати, в каталоге она плохо показана. Если смотреть вот ее, как сказать, прямо, да, поставить, то мы видим как треугольник. На кончике она как бы по кругу расположена, щетинки, а дальше они сплюснуты. Если я к вам поверну тушу таким образом, то вы увидите, что она здесь плоская. У нас щетинки по бокам расположены. Что это дает?
вот именно вот эта форма треугольника, она и делает классное разделение. Акцент на внешних ресницах, то что глаза становятся распахнуты, ресницы очень длинные. Когда у меня есть время и я тщательно прокрашиваю ресницы, хочу сделать акцент только на них и не крашу стрелки, то буквально 4 слоя, и у меня настолько они огромные. И что мне очень нравится, то что они хорошо лежат, и весь день я с ними могу спокойно ходить и знаю, что они не слипнутся, не размажутся, не осыпятся. Отличная тушь. Хотя вот обычно мне тушь Джордани не подходит, мне подошли только вот 2 последних выпуска. Одна странная тушь такая, которая с волной, и ангельская ласка. Очень я довольна тушью. Вот серьезно, крашусь я сейчас каждый день, хотя все равно любимая тушь, наверное, у меня останется 5 в 1. Ну и это теперь тоже займет почетное место в любимчиках. Вот такая классная тушь. Следующая страничка — тональные основы. У нас выходит новый CC крем, вернее обновленный CC крем с SPF, по-моему, 30, да, SPF 30 в серии Giordani Gold, и 2 оттенка — светлый и натуральный. Вы знаете, я была удивлена, я почему-то думала, что мне нужен будет оттенок светлый. Я заказала себе пробники. Надо все попробовать, прежде чем купить, особенно учитывая, что стоимость почти 700 рублей, цена каталога. Я заказала пробники и попробовала и тот, и другой. Кстати, я удивилась, что оттенок светлый, он дает легкую желтизну. Запишу в ближайшие дни видео, чтобы успеть к новому каталогу, вы чтобы могли посмотреть, как эти продукты лежат на коже. А вот натуральный, который мне на руке я помазала, мне он показался серым, он реально просто слился с моей кожей, и его стало потом не видно. По качеству удивлена. Они на этот CC крем легче предыдущей коллекции, то есть я его на коже не ощущаю, он такой легкий, невесомый, не подчеркивает абсолютно поры, то есть он просто ложится идеально ровно. Вот такой крутой продукт, я себе обязательно закажу, хочу такой. Мне очень нравится то, что SPF 30, и мне нравится этот оттенок. Просто запишу видео, сами посмотрите и убедитесь, что он очень крутой. Вот так поставим пробнички, а вам, конечно, рекомендую брать пробники, чтобы вы могли сами на себе все попробовать. Следующая страница — туши. Меня покорила цена. 2 туши, которые многие очень полюбили. У меня чаще всего заказывают тушь с эффектом кошачьих глаз. Вот смотрите, если заказывать 2, вы можете 2 разных заказать, или 2 одинаковых, цена будет всего 219 рублей. Ребят, 219 рублей за такую просто бомбическую тушь. Она просто бомбическая. И как раз то, что мне нравится в этой кисточке, она вроде бы такая огромная, толстая, и я думала, что мои ресницы не примут такую тушь, потому что у меня чувствительные глазки, я стараюсь всегда брать какие-то маленькие щеточки, чтобы не травмировать слизистую, не доставать дни. Но эта тушь, она бомба. Настолько вот, когда начинаешь красить, выкрашиваются вот эти внешние ресницы, и реснички укладываются как у кошечки, такие классные длинные вытянутые вверх глазки, миндалевидные формы становятся. Мне очень она понравилась, и странно, что вот такая толстая кисточка, но мне подошла. Если сравнивать вот с розовой тушью, то кисточка, мне тушь тоже понравилась, но не пошло мне. Я ее дочке отдала, она говорит: мам, ты что, классная тушь. А мне вообще не нравятся такие кисти, она получается вся такая вот пышная. А это чем вот меня покорило, если вы видите, у нее есть такая вот выемка по форме глаза, то есть углубление, а по бокам более широкое, то есть по краям более широкое. И за счет этого мои глазки и ресницы приняли кисточку. Конечно, состав туши классный, и кто ее пробует, в общем-то отзывы хорошие, тоже можете почитать в интернете отзывы, и на сайте Oriflame есть отзывы. Конечно, как всегда, будут и плохие, кому не понравилось, и хорошие, но почитайте, чтобы вы максимально уже убедились, что эта тушь классная. Следующий разворот я посвящаю помадам. К сожалению, у меня нет новинки, хотя очень хочется попробовать, и я надеюсь, что нам в бизнес-центр привезут эти помады и удастся записать видеообзор. Это будет стойкая суперматовая губная помада The One Color Unlimited.
Вот, наверное, правильно прочитала. Слушайте, шикарные 8 оттенков. Конечно, больше всего мне нравятся верхние 4. Я обожаю такие цвета, чтобы вот они были более такие теплые или нейтральные, более нюдовые цвета. Конечно, я люблю и яркие, но все равно более ходовые оттенки всегда нюдовые, тем более они сейчас в тренде. Классный дизайн помады. И так как у меня ее нет, мы захватим с вами еще и нашу ультрафикс помаду, которая, мне кажется, уже стала легендарной просто. У меня есть три оттенка, мои любимые помады, и на канале есть прям отдельное видео, где все три помады я показываю в деле, как они красят. Что сказать, вот уже прошло несколько месяцев с момента, когда мы познакомились с этими помадами, и я хочу сказать, что они все-таки занимают почетное место в моем макияже, особенно красная, ну и терракотовая. Просто нюдовый цвет у меня на губах абсолютно не видим, только с контуром, а вот красную помаду я наношу достаточно часто. Она настолько эффектная, такая классная, такой оттенок шикарный. И с этой помадой я чувствую себя королевой. А самое главное, я спокойная, знаю, что у меня не сотрется помада, если я где-то на мероприятии. Единственное, заявлено, что она держится 8 часов, и она действительно будет держаться 8 часов при условии, что вы ее наносите на губы, не облизываете, 10 минут даете этой помаде зафиксироваться на губах. И если вы все-таки поедите горячие щички со сметаной, то помаду надо обновить. Вот, не, вот внутри все равно вот тут вот растворяется, потому что жир и горячая, ну какая помада удержится. Так вот, помада прям респект, мне очень нравится, пробуйте сами. Если попробовали, напишите свой отзыв, потому что отзывы тоже многие читают, и вы будете просто полезны другим людям. Если не нравится, так и пишите, не нравится. Если нравится, пишите, что нравится и почему рекомендуете эту помаду. Так, дальше, уже совсем чуть-чуть осталось, я в восторге. Я хочу сказать, вот чем больше будет блесков, тем лучше, и чтобы было разнообразие цветовой гаммы, и пусть они будут разные и в тюбиках, и вот в таком виде с кисточками. Новинки опять же у меня нет, я вам покажу старинку. Три блеска у меня есть, и в последний момент я успела ухватить такой нежно-нежно-розовый. Кисточка, очень удобная кисточка у этих блесков. Я так понимаю, что у нового будет, в общем-то, что-то аналогичное. Удобно наносить блеск. Я их просто обожаю. Мне нравится и по качеству, как лежат, и ощущения. И мне нравится, что ими можно пользоваться без контура, с контуром, и в пир, и в мир. Всегда просто мягенькие, классные губы, потому что блески увлажняют. Новый блеск. Что он будет делать? Конечно, это с удобным аппликатором, мерцающие частички можно носить отдельно или поверх помады, и здесь увлажняющий комплекс с экстрактом граната и масла шеи для тотального комфорта, и заявлено, что блеск будет стойкий. Круто, будем пробовать, очень хочу попробовать новинку. И завершает мой обзор сразу два продукта на одной страничке. Вы знаете, я не могла выбрать. Во-первых, здесь у нас тени для бровей, и второй продукт, который я обожаю, это пудра матовая. Так, сейчас покажу вам, лучше сразу покажу. Начну с пудры. Пудра восторг. Мне присылали на обзор пудру Giordani Gold матовую, и прислали как раз эту пудру следом. Я сначала влюбилась в Giordani Gold, но потом, когда я попробовала The One, мне она больше нравится, намного больше. Она очень крутая, и мне нравится ее наносить и вот просто спонжем. И в основном я пользуюсь кистью, то есть набираю на кисть и наношу кистью, или просто вот как облачко, или кистью также вот прижимаю, чтобы сделать более плотный и стойкий макияж. Она нереально хорошо лежит на лице. И вот на самом деле у меня вот это слово нереально, реально. Просто очень нравится, очень рекомендую. У меня оттенок светлый, то есть не самый светлый и не самый темный, и он для меня идеально подходит, просто оптимально. Нравится красота этой пудры, то есть она по дизайну очень симпатична, и важно, что в ней есть зеркало.
Классная пудра, и у нее доступная цена 559 рублей. Все-таки это не 1000, не 1500, а достаточно комфортно и удобно. И второй продукт, который нужен, мне кажется, каждой девушке. Что-то для бровей мы выбираем, либо карандаш, либо помаду, либо тени. И мне, конечно, нравится наша помада для бровей, я ей зачастую пользуюсь, потому что это быстро, мне нравятся какие пудровые бровки. Но и этот продукт я не могу списать со счетов, потому что вот это любовь с первого взгляда, и это любовь, наверное, навсегда. Очень удобно, что есть два оттенка теней и воск, и здесь внизу спрятано две кисточки, то есть мы выдвигаем этот чемоданчик и видим две кисточки, одна как раз для теней, вторая для воска белая. Есть зеркало, и очень удобно с собой в дорогу взять, то что вот так вот посмотреться и сделать даже макияж, хоть зеркало и небольшое, но вполне достаточно, чтобы сделать макияж хотя бы бровей, можно и полностью. И что мне нравится в этих тенях, ими можно сделать даже макияж глаз, потому что здесь прекрасные такие нюдовые оттенки. Я, кстати, записывала тоже видео, где я делала полностью макияж, только используя эту палетку. Все здорово, кстати, получилось, поэтому тоже рекомендую, отличный продукт. И многие мои клиенты, когда я им предложила перейти на помаду и давала попробовать, все-таки сказали: нет, 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 я останусь на привычном, то что реально нравится и дает классный эффект, потому что все-таки брови делают наше лицо выразительным, очерченным, и если брови сделаны классно, то макияж уже можно сделать минимальный, буквально подкрасить реснички, блеск и румяна, и все, и макияж будет считаться завершенным. Классный каталог. Напишите в комментариях, какие продукты вы выбираете, свои топы, о чем вы будете говорить со своими клиентами и с близкими. И если есть какие-то дополнения по продуктам, вы хотите о чем-то рассказать или предостеречь наших подписчиков, я буду только рада. Жду от вас обратной связи, а если видео полезное, ставьте лайк, ну вы помните. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.